Привіт! Чи можна сікселери подавати у якості аперитиву? Яка квітка дала назву наймоднішому кольору цього сезону? Яким ритуалом має супроводжуватися зачаття твоєї дитини, а також сучасні секрети молодості в новій програмі «Косметичка»? Ще два тижні тому ми з колегами гріли руки, душі гарячою кавою по кілька разів на день. А вже сьогодні хочеться морозива та прохолодних напоїв. Сурмлячи за здоровий спосіб життя, я доведу тобі сьогодні, що безалкогольні коктейлі теж можуть бути вишуканими, пікантними і слугувати у якості аперитиву та дижестиву. У різних країнах і барах безалкогольні коктейлі називають по-різному – цнотливими, в'йорджен або моктейлями. Хоча процес приготування скрізь приблизно однаковий. Розібратися з ним мені допоможе знавець барної справи Юрій. Основний закон, якому підчиняються всі аперитиви, вимагає, щоб вони мали свіжий, несолодкий запах, легкий кислуватий або гіркуватий смак. Тому в якості безалкогольного аперитиву найчастіше подають мінеральну водичку, зелений чай або сік. Та щоб зробити прелюдію до свята більш цікавою, можна запропонувати гостям несолодкі фреші або легкі коктейлі. Найголовніший, такий найполезніший аперитив безалкогольний – це фреш. Тобто це свіжовижатий сок. Вони бувають різні. Можна навіть робити нестандартні або не класичні. Це буряковий, буряково-морковний. Например, или если вы делаете морковный фреш, то обязательно его нужно смешать с каким-то маслом. Это или оливковое масло, или сливочки, потому что морковный сок, он плохо усваивается. Там бета-каротин, и чтобы бета-каротин стал витамином А, его нужно или кислотой, или жиром с чем-то разбавить. Корисності свіжовижатих фруктових і овочевих соків, я думаю, ніхто не сумнівається. Адже в них у десятки разів більше вітамінів, ніж у консервованих. Проте овочеві і фруктові діють на організм по-різному. Фреші з овочів відновлюють сили та поповнюють енергетичні резерви. Тому, якщо ти на дієті, овочевий фреш може цілком замінити тобі сніданок. А ось свіжі фруктові соки незамінні для очищення організму. Вони виводять токсини втоми і покращують обмін речовин. Якщо твоя робота пов'язана з нервовими і фізичними переборами, твої фреші – фруктові. Для аперитива лучше использовать, конечно, яблочный, сельдерево-яблочный, потому что сельдерей в чистом виде тоже пить его можно, но он тоже плохо усваивается. Вот. И он должен тоже смешиваться с какими-то кислотами. Например, с апельсиновым, с яблочным, с лимонным. Тобто з яким-то кислою добавочкою. Традиційний кубинський коктейль «Мохіто», який став популярним у 80-ті роки минулого століття, теж може бути прекрасним безалкогольним аперитивом, якщо класичний ром у його рецепті замінити на спрайт. Дивовижна комбінація кислоти лайма, солодкості тростинного цукру, свіжості м'яти зливається у воістину містичну формулу. До речі, мохіто утворилося від іспанського слова «мохо», що означає «заклинання, заговір та містика». Можна пити мохіто тільки без алкоголю. Він і дешевле, і його навіть можна вдома зробити. Головне, щоб вдома був льод, лайм, м'ята, ну і сахар, желательно тростниковий. Ви берете, наприклад, на 300 грам самого напитка, десь около 1 лайма або пол лимона. Наприклад, якщо люди или сейчас трудно достать лайм, или нет его дома. Но есть лимон, можно лимон использовать. Лучше, конечно, лайм, потому что он более кисленький, более ароматный. Вот. Потом мятой, где-то пучочек. Пучочка где-то около 10 грамм. Вот. Потом все это вы передавливаете вместе с сахаром в стаканчике, добавляете туда краш и заливаете каким-то напитком. Это может быть содовое. Содовое – это или минеральная вода, или спрайт, или тоник какой-нибудь. То есть можно как-то менять напитки, и получится очень хороший такой прохладительный безалкогольный напиток. Найкраще запам'ятовується завжди останнє слово. Останнім словом твоєї вечірки може бути діджестив. Його роль прямо протилежна аперитиву. Він має бути достойним завершенням трапези. У якості безалкогольного діджестиву прекрасно підійде фруктовий коктейль. Якщо у вас дома есть какие-то консервы, фрукты, это может быть персики, ананасы или свежие ананасы, например, консервированные персики, киви, банан, все это бросаете в блендер, можно туда добавить немножко сока магазинского обычного,
И все это смешать, и очень, получится очень хороший диджестив. Вот почему диджестив? Потому что это очень сладкий напиток получается, и он перебивает аппетит. И лучше его пить уже после того, как вы покушали и запили хорошим каким-то таким полезным вітамінним коктейльчиком. Створити настрій тобі допоможуть спеціальні прикраси для напоїв. Парасольки, трубочки, розвеселять напої оливи, скибочки або спиральки з тропічних фруктів, коктейльні вишеньки. Ідеї для прикрашання неважко підгледіти у гарному барі. А результатом твоїх старань піднімуть настрій і потішаться твої вдячні гості. Не так часто можна зустріти сьогодні серед кімнатних рослин прекрасну у своїй тендітності фуксію. Її квіти нагадують ніжну танцівницю, що пурхає у повітрі, кружляючи своєю легкою спідничкою. Колір пелюсток фуксії варіюється від сніжно-білого, рожевого, червонястого аж до фіолетового. Але найбільш популярний її відтінок так і називається – фуксія. Я недарма тепер згадала саме його, бо у 2013 році цей колір є надзвичайно модним. Екстравагантні красуні цьогоріч відсунули на другий план навіть коронний червоний на користь нового фаворита. Але зараз все ж таки про квітку, яка і дала назву трендовому відтінку цього сезону. Я люблю фуксію за ее нежность, красоту, оригинальность, за то, что только посмотрев на нее, у меня поднимается настроение. А как известно, хорошее настроение – залог хорошего самочувствия. Фуксия представляет собой деревья, кустарники с обильным обветвлением побегов и прекрасными цветами различной окраски. Род фуксии назван в честь Леонарда Фукса, немецкого ученого, ботаника и врача, основателя современной ботаники. Найдено было растение впервые в 1703 году католическим священником Чарльзом Плюмьером, который посещал Южную Америку в поисках неизвестных лекарственных растений. Сейчас, на данный момент, насчитывается около 100 видов кустарников и деревьев фуксии, которые произрастают и в Центральной, и в Южной Америке, а также в Новой Зеландии и на острове Таити. В основном все фуксии, которые можно видеть в продаже, это, как правило, гибридные сорта. В основном фуксии выращивают как красиво цветущее растение с душистым ароматом. Самые популярные сорта фуксии – это фуксия багряная, изящная и фуксия мини-цветковая. Различают цветы у нее простые, махровые и полумахровые. Также фуксия очень разнообразна в своем окрасе. Сочетание интересных цветов, в основном это холодные оттенки, присущи больше фиолетового, сиреневого, розовых, белых, снежно-белых оттенков. То есть вариации всех этих цветов. Наиболее подходящее место для фуксии – это восточное, юго-восточное окно. И еще она любит свежий воздух. По возможности выносить ее на балкон или в сад. Если вы размещаете фуксию в саду, то найдите ей место, защищенное от палящих солнечных лучей, а также от ветра. Еще один плюс гибридных сортов фуксии, кроме разнообразных вариаций цветов и самих цветков – это то, что, как правило, гибриды более устойчивы к яркому свету. И еще очень важный момент. Во время зимовки фуксию надо содержать в более прохладном помещении, до 15 градусов. Тогда она правильно будет развиваться в период вегетации. Фуксия – влаголюбивое растение, поэтому в период роста с весны по осень желательно ее регулярно и обильно поливать. Но также помните, что чрезмерный полив всегда губителен для любых растений. Особенно осторожно нужно поливать фуксию в период осенне-зимний. Ни в коем случае не заливайте растения, иначе это приведет к болезни. Из обычного куста фуксии можно вырастить красивое деревце. Для этого ее нужно формировать. Формировка образуется таким способом. Выбирается у фуксии самый мощный центральный стебель. Но в данном случае здесь вот все сформированы так, чтобы растение кустилось. А если вы покупаете растение и у вас явно выражен центральный стебель, то вы можете правильно начать формировать. Каким образом? Боковые веточки и
листья вы удаляете, оставляете центральный для того, чтобы он рос и креп. Для этого вы используете еще и опору, для того, чтобы растение не сломалось под воздействием ветра. Фуксия нуждается в регулярной подкормке. Особенно это важно в период цветения. С весны по осень она должна еженедельно удобряться. И обязательно помните о листовой подкормке. Это тоже для нее очень благотворно будет. Пользуйтесь листовой подкормкой Plantafol в сочетании с цирконом и эпином. Это обеспечит профилактику опадания бутонов, а также подпитает ее и обеспечит и цветение, и обильный рост. В жаркие дни фуксию можно опрыскивать теплой отстоянной водичкой. И вообще полив желательно у фуксии проводить всегда теплой водой, так как она растение южных районов. В феврале месяце лучше всего пересаживать фуксию. Для этого вы берете вазончик не сильно большой, всего-навсего на размер на 2 больше. Если у вас крупный экземпляр, то допустимо и на 3 размера больше вазончик. Еще важно знать, в период пересадки обязательно проводите и обрезку. Это должно быть не позже февраля месяца, так как дальше у растения формируются бутоны, и вы можете помешать цветению. Поэтому обязательно все побеги удаляете на 1/3, а оставшиеся вот эти череночки можете использовать для размножения. Почва лучше всего для фуксий будет это смесь кокосового волокна с универсальной почвой. И обязательно добавляйте биогумус или же гумат для того, чтобы грунт был более питательным. Если вы хотите размножить фуксию, возьмите череночек такой, чтобы содержал 4-5 междоузлей. Отрезаете черенок под наклоном и сажаете в смесь кокосового волокна с песком. Накрываете череночек или банкой, или полиэтиленовым пакетом. При поливе обязательно используйте гетероксин. И важно следить за влажностью почвы, чтобы она не пересыхала. И снимайте периодически целлофан для того, чтобы растение не заболело от чрезмерной влаги в воздухе. Если ваше растение провело все лето на улице, то в октябре месяце желательно его занести уже в помещение. У комнатной фуксии, как и у многих других растений, есть полезные свойства – целебные и даже магические. По мнению биоэнергетиков, фуксия – это прекрасный цветок для людей, которые постоянно скучают, потеряли интерес к жизни, так как своим присутствием в доме она повышает настроение, делает его более бодрым и укрепляет семейные отношения. С помощью фуксии повышается работоспособность, а также она помогает стать более творческим и жизнерадостным человеком. Хорошо также иметь фуксию там, где есть маленькие детки. Она помогает находить подход и общий язык с маленькими детками, что очень полезно для родителей и воспитателей. Очень полезна фуксия тем, кто непосредственно связан с творческой деятельностью, ведь она помогает находить новые решения и осуществление каких-то замыслов. А также она помогает человеку ежедневно быть разным, способствует саморазвитию и духовному росту. Пусть милая и нежная фуксия привнесет в ваш дом новизну и творчество, подарит вам здоровье и наполнит дом светом и гармонией. Для того, щоб мати здорову дитину і щоб вагітність тривала без проблем, давні астрологи обирали день і час для зачаття дитини. Для цього астролог аналізував положення всіх планет і давав свої рекомендації. Це була раніше звичайна процедура на кшталт нинішнього відвідування сімейного лікаря. Сьогодні подібна практика потроху повертається. Мені здається, що кожному подружжю хотілося б хоч якихось гарантій, що їх майбутній малюк буде здоровий, щасливий і успішний. Для тих, хто збирається найближчим часом поповнити родину, поради астролога точно не будуть зайвими. Музика.
все люди хотели бы иметь хороших, умных, послушных детей. Но многие родители, сами того не зная, наносят непоправимый вред здоровью своих детей задолго до их рождения. Состояние сознания родителей в момент зачатия определяет характер и устремления будущего ребенка, его нравственные и человеческие качества. А здоровье родителей, наличие или отсутствие вредных привычек, крепкий разум и чистота помыслов являются определяющими в формировании и дальнейшем развитии долгожданного малыша. Долгожданность и ожидаемость появления маленького существа являются залогом его физического и духовного здоровья. Чтобы родить здорового ребенка, необходимо хорошо подготовиться к его зачатию. Фраза «подготовиться к зачатию» для некоторых звучит странно, потому что люди зачастую готовятся к рождению ребенка и уж никак не к зачатию, а это очень важно. При зачатии ребенка самая большая ошибка – пренебрежение к его судьбе, которая выражается в первую очередь в нежелании его иметь, а также отсутствии интереса к знаниям о правильном его зачатии. Будущим родителям настоятельно рекомендуется совершать зачатие только в хорошем физическом состоянии. Оба должны быть здоровы. К зачатию ребенка необходимо готовиться как минимум за полгода. Мужу и жене следует прекратить употребление алкоголя и бросить курить, желательно перейти на более легкую пищу. Хотелось бы оповестить семейные пары о том, как благоприятно будет рождение детей в 2014 году. Безусловно, для любого родителя рождение малыша – это огромная радость. И сегодня многие семьи ссылаются на трудное или нестабильное финансовое положение. И из-за этого отказывают себе почувствовать счастье, отцовство и материнство. Но люди должны понять, что существуют законы кармы. Это значит, что пара может родить ребеночка в определенное положение планет, в определенное время, и это чадо принесет в семью все то, в чем она нуждается. Конечно, это не значит, что следует рожать детей только для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Все должно быть гармонично. Эти знания нужны для того, чтобы люди могли сделать правильный выбор. Теперь непосредственно о периоде, благоприятном для рождения детей. С 24 апреля 2014 года планета Юпитер, самая важная и благоприятная из планет, отвечающая за материальное процветание, образование, успех и удачу в нашей жизни, за ангела-хранителя, попадает в накшатру, которая называется Пунарвасу. Васу – это бриллиант, это камень самый дорогой, самый красивый. Он отличается многогранностью и внутренним сиянием. И личность, которая появится на свет в это время, будет образованной во многих сферах, а также может получить возможность процветать в материальном плане. Кроме того, Юпитер будет находиться в знаке Близнецов. Этот знак отвечает за коммерцию. Это очень благоприятное положение и с точки зрения образования, и с точки зрения материального процветания. Также Пунарвасу является духовным созвездием. Его морально-этический уровень очень высокий, а символ Пунарвасу – это колчан со стрелами. Стрелы в данном случае говорят об амбициях, движении и устремлениях. Такие люди постоянно двигаются, они нередко меняют свое местоположение, место жительства. Стрелы дают им возможность умения добиваться успеха. Юпитер, находясь здесь, становится очень сильным. Можно сказать, что он попадает в свой знак, в свою накшатру. И это крайне благоприятно. Такое положение стоит сравнить с тем состоянием, когда вы находитесь у себя дома и ощущаете себя очень комфортно. Поэтому Юпитер, находясь в этом положении, хочет приносить благо. Каждая накшатра имеет четыре части. В данном случае первая часть накшатры соответствует планете Марс. Такой человек будет не только образованным и коммерчески успешным, но и сможет обладать лидерскими качествами. Это тот, кто в первую очередь ведет за собой других. Следующая часть накшатры начинается 16 мая 2014 года. Юпитер также находится в созвездии Пунарвасу, однако теперь он попадает в ее вторую часть.
и она имеет связь с Венерой. Венера – это способность к наслаждениям, умение ощущать удовольствие. У такого человека есть необыкновенный дар. В этом мире может все рушиться, но он будет принимать это как есть и будет способен все еще наслаждаться тем, что находится вокруг него. Такие люди могут наслаждаться даже малым. Они склонны добиваться успеха в ресторанном, гостиничном бизнесе, в туристической сфере, а также в любой из сфер искусства и творчества. С материальной точки зрения это очень сильное положение Юпитера. Следующая часть начинается 3 июня 2014 года. Теперь Юпитер попадает в третью часть Накшатры, которая управляется планетой Меркурий. Налицо здесь будет очень мощное влияние Меркурия, и такой человек обязательно будет обладать высоким интеллектом, а также способностями в сфере математики, коммерции и лингвистики. Разнообразные и даже самые сложные коммерческие схемы будут по плечу этому человеку, и плюс к этому человек сможет похвастаться внутренним чутьем, интуицией. Он – это человек, который сможет в будущем делать правильные, нужные инвестиции. Следующая часть Пунарвасы начинается 19 июня 2014 года. Здесь Юпитер попадает в следующий знак, в знак Рака, который связан с планетой Луна. Как известно, Луна – это божественная планета. Такой человек будет духовным и добропорядочным, милосердным. Люди, окружающие эту личность, будут относиться к нему как к мудрецу. Он будет источать божественную энергию и тем самым сможет помогать другим. Юпитер, попадая в знак своей максимальной силы, в знак Рака, дает рожденным в этот период хорошее финансовое положение и успех. И теперь переходим к самому главному моменту, когда Юпитер будет находиться в самом лучшем своем положении за 12 лет. Этот период наступит 4 июля 2014 года. Юпитер перемещается в созвездие Пушья. Это божественная накшатра. Это цветок, источающий потрясающий аромат. Запомните этот период, так как данное положение действительно просто уникальное и продлится оно до 20 июля 2014 года. Первая часть Пушьи связана с Солнцем, и значит, такой человек всегда будет лидером. Ему удастся с легкостью достигать поставленных целей. Он всегда будет гордостью своей семьи. Он будет прекрасное, великолепное положение иметь в жизни. Ребенок, который придет в мир в это время, будет очень и очень особенным. Можно сказать, что эти дети просто божественные посланники. Дальше Пушья продолжаться будет еще вторая, и третья, и четвертая ее части на протяжении нескольких месяцев. Эти части также являются хорошим положением для рождения ребенка. Однако вышеописанное время является наиболее особенным и редким, поэтому пары, которые готовятся к рождению ребенка, хотят получить здорового и успешного в будущем продолжателя рода, рекомендуется подготавливаться к зачатию так, чтобы рождение произошло в июле. Епатажна і відверта Лоліта Мілявська – жінка не бездоганної зовнішності, але беззаперечної привабливості, впевнена, що краса не вимагає жертв. Вона вимагає звичайної уваги. Краса оцінить вашу увагу, якщо отримає у подарунок курс процедур ліфтингу і омолодження, що їх пропонує клініка Oxford Medical. Кожна жінка прагне зберегти свою молодість, а надто молодість і свіжість обличчя, адже воно є візитівкою кожної з нас. Косметологи наперебій пропонують нам неймовірну кількість послуг, що здатні зробити обличчя молодшим. Адже самостійно стримувати час з роками стає все важче. Як же не розгубитися серед захмарної чисельності рекламних закликів? Відповідь проста – звернутися до косметологічної клініки з достойною репутацією.
С давних времен, еще со времен Клеопатры, каждая женщина мечтала выглядеть красиво. Мечтала иметь подтянутую кожу, ровную, без пигментации, без сосудистых проявлений. На сегодняшний день наша ЭЛАС-технология позволит вам избавиться от данных проблем. С помощью процедуры омоложения мы можем избавлять вас не только от нежелательной пигментации, сосудистых проблем, которые называются купероз или сосудистая сеточка, а также помогаем юношам и девушкам избавляться от расширенных пор, женщинам, которые страдают уже так называемым гравитационным птозом или дряблостью кожи, мы можем помогать делать кожу более упругой за счет этой процедуры. Відомо також, що з віком і під впливом шкідливих факторів наша шкіра стає вразливішою. Вона втрачає важливі підтримуючі волокна, які забезпечують міцний зв'язок між епідермісом і дермою. В цьому випадку можна рекомендувати до процедури омолодження додати і ліфтинг-сеанс. Завдяки цьому досягається ефект підтяжки без хірургічного впливу. Процедура ліфтингу орієнтується на глибоке зволошення і відновлення шкіри після погодних і емоційних стресів, пробудження її після зимової сплячки і нормалізацію обмінних процесів, що допоможуть шкірі стати пружною, підтягнутою, а куточкам губ та брів – радісно піднесеними. Как правило, мы эту процедуру комбинируем с процедурой лифтинга. За счет воздействия инфракрасного света радиоволны идет воздействие непосредственно не только на дермальный слой, но и на гиподерму, который, за счет чего стимулируется выработка коллагена и эластина. С помощью процедуры омоложения мы можем получить достаточно светлую, ровную, подтянутую кожу. С помощью процедуры лифтинга мы добиваемся именно безоперационной подтяжки лица. Мы можем работать с зоной лба, глаз, щек, декольте, шеи, то есть любые зоны, которые подвергаются дряблости. Также акцент мы уделяем не только области лица, шеи, декольте. Можно работать с областью рук, областью живота, внутренняя поверхность бедра, что приводит к достаточно хорошему эффекту за счет того, что под воздействием радиоволнового излучения, полезного излучения, мы можем стимулировать выработку не только коллагена, который в данный момент вырабатывается, но и стимулировать выработку нового коллагена, за счет чего мы получаем лифтинг-эффект. Для досягнення помітного ліфтинг-ефекту необхідно пройти в середньому від 6 до 8 сеансів. Інтервал між ними сягає від 2 до 4 тижнів. Але точні розрахунки для кожної людини косметолог клініки робить індивідуально. Процедура ліфтингу, як правило, рекомендована жінкам старшим за 30 років, на відміну від процедури омолодження. Її терапевтичний ефект може бути корисним з підліткового віку до цілком зрілого. Что касаемо процедуры омоложения, эта процедура делается с 15-18 лет, особенно для юношей и девушек, которые имеют проблему постакне, для того, чтобы убрать рубцовые изменения, для того, чтобы убрать следы покрасневших пятен. И точно так же для женщин, которые имеют возраст 25, 30, 40, 50 и старше. Потому что данная процедура не имеет возрастных критерий. А процедура омоложения делается порядком 3-4 сеансов с интервалом в 1,5-2 недели между процедурами. Одразу ж після процедури омолодження чи то ліфтингу шкіра виглядає неймовірно гладенькою і пружною. Ніяких побічних ефектів, почервоніння, надмірної набряклості чи то подразнення ви не побачите. Професійно проведені у клініці Oxford Medical курси омолодження і ліфтингу гарантують вам тривалий ефект. Але щоб закріпити успіх, треба й надалі часом навідуватися до клініки для профілактичного догляду. Тоді ваша шкіра взимку і влітку буде молодою і підтягнутою, а ви відчуватимете на собі захоплені погляди. Час ефіру завершується, але перед тим, як ти візьмеш до рук пульт від телевізору, я хочу нагадати тобі, що наша жіноча краса – це не тонни косметики на обличчі і не постійні процедури у салонах краси. Це те, від чого сяють очі, світиться обличчя і тепліше на серці. Будь щасливою, до зустрічі!